мы стали более внимательно относиться вообще к научному потенциалу нашей страны. Во-первых, это видно и по новостным выпускам. То есть раньше, может быть, об этом где-то говорили вскользь. Весь последний год об этом говорят очень много и очень часто. И это, наверное, становится заметным. И самое ведь главное то, что белорусы и молодежь, я уверен в этом, она начинает гордиться этим. Да? И, наверное, уже все последующие моменты, в том числе даже если мы перенесем это на появившийся единый знак качества, это вот отголоски, наверное, того самого события, когда более громко заявили и когда была поставлена задача показать все достижения нашей науки большой выставкой, провести ее по всей стране. И вот это все, как сопутствующее, уже появляющееся, исходит именно из того внимания, которое было главой государства уделено этому направлению.